Оздоровиться, а также сплотить лицеистов и преподавателей, получить заряд бодрости и позитива – цель ежегодного Дня здоровья в областном лицее имени Машерова. И в этом году, благодаря отличной погоде и поддержке Брестского освода, мероприятие прошло на свежем воздухе в живописном уголке Бреста возле реки Муховец. Метание валенка и колоды, бег на лыжах и в ластах, прыжки в мешках – все соревнования были изначально задуманы так, чтобы участников и зрителей вызвать море улыбок и массу положительных эмоций. День здоровья в лицее – это один из любимых традиционных праздников для учащихся, для учителей, для всех, кто работает и учится в лицее. И, наверное, в начале учебного года очень целесообразно такой спортивный праздник проводить, я бы даже сказала, спортивно-шуточный, потому что это способствует не только укреплению здоровья детей, но и сплочению детских коллективов. Центральным и самым ярким событием Дня здоровья стал танцевальный флешмоб. Он объединил ритмичной музыкой и отличным настроением всех учащихся. Еще бы, ведь репетиции начались за 2 недели до самого выступления. И задумка была реализована исключительно благодаря талантам и организаторским способностям самих ребят. В стиле лучших американских школ выступили и команды по черлидингу. Уровню мастерства, слаженности и задору новоиспеченных лицеистов можно было только удивляться. Это самое лучшее мероприятие. Например, в моей старой школе такого не было, поэтому я очень счастлив, что я поступил в лицей. Мне нравится вот про все вот эти мероприятия, флешмобы, конкурсы, что только нет в лицее, я всегда за. Сегодня мы присутствуем на нашем ежегодном празднике, на Дне здоровья. Это наша традиция, традиция лицея. Здесь собираются все 11-классники и 10-классники, участвуют в различных конкурсах, таких интересных, как прыжки в мешках, кидание валенка, перекидывание колодки. Все конкурсы максимально интересные. Далее будет флешмоб. Все классы готовились на протяжении 2 недель. Вот, мы очень стараемся и надеемся, что мы победим. Согласитесь, спорт, здоровый образ жизни, хорошее настроение – это мощный заряд бодрости и оптимизма, дух дружбы и уважения к сопернику, независимо от того, на чьей стороне победа, сплоченность и позитивный настрой. Лицей имени Петра Машерова без сомнения выбрал лучший старт нового учебного года.